Всем доброе утро, мои дорогие друзья. 6:00. И смотрите, кто со мной рядом. Я же говорила, что нужно как-то нужно его взять с собой. Уломала Светлана. И знаете что? Он еще не спал. Он вчера вечером выспался, когда ушла на зумбу. И ждал меня, когда его разбужу. Так что вот мы идем. Мы хотим сейчас посмотреть рыбу. Я его очень много рекламировала насчет рыбы. И посмотрим, что из этого получится, что мы купим. Спортсмен. Знаете, рыбку ловят. Море какое. Ашкин Денис Никодар Гюзель. Немножко ветерок, но приятный. Идем мы с Ашкимом к своей цели. Смотрите, впереди что? Марина, да, мы дошли. Вон такой комик у меня. Смешит меня. Я ему сказала, возьми очки солнечные и деньги, рыбу купим. Не рыбы нет. Рыбаки в море не вышли. Не... Он говорит, я на автобусе вернусь. Ни солнца нет. Говорит, я зачем взял очки? Какой смешной. Но не спав. Сейчас мучок Устал давай. Боурма. Спор яхту. Будем лечиться. Ашкин, Бен Хичхи Садхи Садмиор. Ише. Неденчуку Бен Салы Пая. Диль. Сегодня у меня такой спортивный блог. Все про спорт, про здоровье, про самопознание. О чем я с вами должна говорить? Конечно, о том, чтобы вы были здоровы, вы были позитивны, вы были морально настроены на только на улучшение вашей жизни. Я сейчас иду с девочками в клуб йоги. Я иду к девочкам навстречу. Несмотря на то, что моросит дождь, мы собираемся. Какая непредсказуемая погода в Мерсине. 10 минут назад дождь моросился. Такое солнце смотреть невозможно. Ой, не вижу, девчонки. Знаете, о чем бы я хотела с вами поговорить? Мы все-таки вернулись, когда с мужем увидели, там рыбу продают, и купили. Купили рыбку. Он, конечно, уставший, потому что он не спал. И душ принял и сразу отключился. А я тоже так расслабилась, села йогу, сделала такую йогу, сделала. Сейчас еще иду, уже 12,5 шагов мы находили. Ой, надо очки брать, хорошо, что я очки взяла. То вообще невозможно смотреть. Дорогие мои, что я хотела вам еще сказать? Я сделала себе какой-то такой перерыв, потому что я закончила свою блузу. Я вам покажу сегодня ее. И сегодня я хочу приступить к пошиву платья. Просто у меня какая-то сумасшедшая, как говорится, наркомания, шитемания, да? И кто-то написал, что у меня получается, действительно, я кайфую так от этого. Уже вчера подбирала какие-то фасоны, все убрала, приготовилась ко второму. Да, у меня осталось петлю сделать на брюках. Вот сегодня я буду тренироваться, чтобы поменять уже нитки. Столько идей появляется, столько чего. Вообще, это такая вещь интересная. Ко мне пришла в гости моя Катюша, она приехала, привезла мне подарки, поздравила меня с прошедшим днем рождения, привезла мне новые
краску для бровей. Вот я, видите, как брови вчера накрасила себе. Наверное, не так, как надо. Ну, как есть такая хорошая. Я покупала в Турции по интернету. Вот она была какая-то не такая и смывалась. Посмотрим на эту. Но там очень много ее в количестве, так что мне хватит. Привезла мне BB-крем такой корейский, классный. Тушь XXL. Ее рекламируют во всех, белорусская, говорит, рекламируют во всех тиктоках. Еще что она мне привезла? Нож, покорвалол, еще. А, и палетку таких красивых, блин, теней в Литуале. Made in Litual. Боже, какая красота, если вы видели. Я вам обязательно покажу. Даже не знаю, как ему сказать. Что про него можно сказать? Он не может рано вставать. Если он лег 2, он не может 6 встать. Я ему сказала, что с завтрашнего дня ты пойдешь со мной, потому что меня украдут. Все, он говорит, как это украдут? Я говорю, заругался. Я говорю, все со мной здороваются. Всегда я одна хожу. Ну, прибавила чуть-чуть. Нужно иногда подлить огонь. И он такой идет, кто, где они? Кто с тобой здоровается? Я говорю, ну вот, они увидели, что со мной мужчина идет, поэтому уже не здоровается. Ой, ну комик мой муж, вообще с ним не соскучишься. Ой, какие у меня сегодня планы? Ну, у нас выборы надвигаются. Так, мы вместе с мужем пойдем на выборы. Я ему сказала, мне очень интересно посмотреть, как этот процесс происходит в Турции. И, ну, естественно, я не могу дать слово. Ну, поддержу мужа. Еще какие у нас планы? А, у моей внучечки случился перелом, блин, лучевой кости вот на запястье. Ее там в школе кто-то сильно мечом ударил недели две назад. Ну, так не опухло, ничего, просто синяк. Когда кто-то из детей дотрагивается до руки, у нее такие боли, крики, и все-таки решили отвезти к врачу. И надели на нее лангету гипсовую на 15 дней. Дай бог, чтобы к тому времени, как бабуля приедет к ним, все были здоровы. Вот какие у меня внуки сладкие, какие у меня внучечки красивые. А это малюсенькая, такая сёльничка, боже мой, хрюшечка моя, родненькая. И вы знаете, что вы так говорите, откуда у вас внуки, трое было, сейчас вдруг пятеро. Я четвертую, пятую я не видела вживую, потому что она родилась после того, как я приехала, была в Батуми. Вот, в чем причина. С мужем хотели на эти дни поехать в путешествие. И вчера муж звонил, хотел зарезервировать места. А ему, его пристыдили. Вы что, не смотрите в календарь? Выборы же на кону. Он на меня наехал. Я говорю, а почему ты на меня наезжаешь? Ты сам не смотришь в этот. Ну, короче, друзья мои, вот такие вот у нас новости. Так все идет, как говорится, как надо. Жизнь течет своим ручьем. У меня с утра 4-5 часов я уделяю лично себе утром. Вот как у меня начинается утро? Начало 6-го. Вот я сегодня тоже проснулась, да, 20 минут 6-го. Встаю, набережная, ну, час-полтора. Иногда я остаюсь тут помедитировать, поэтому 1.5-2 часа. Возвращаюсь домой, иду, делаю практику йоги. После практики йоги медитация. После медитации что-то я, желание пишу, еще что-то делаю, прочитываю мои все желания. 4-5 часов я посвящаю себе. И так каждый день с благодарностью принимаю. А потом уже я только берусь за телефон и за информацию. Вот только сегодня я не прослушивала во время набережной проходьбы моей аудиокнигу, и это мне не понравилось. И мужу говорю, видишь, я ради тебя готова, если ты будешь, буду тебе в глаза смотреть, не буду слушать. Но это, знаете, так мотивирует вот эти вот книгочтения, да, аудиочтения. Что очень хорошая эта идея, мои дорогие. Я вот и сейчас и не знаю, что мне выбирать. Хочу вам показать морскую кефаль. Господи.
Сейчас я ее почищу, в розмарине засолю, как соус сделаю такой. И завтра, в субботу, мы будем с Ашкемом в духовке ее жарить. Вот решила я так. А сегодня у нас на ужин вот печень. Жарю утиную, гусиную. Тут все вместе. Тантуни. Такая погода у нас сегодня непонятная. То дождь был, то это. Посмотрите, куда я поставила свои цветочки. Здесь тоже чуть-чуть сделала перестановку. Но ветер, все сыпется. Сегодня мыть не буду, завтра. Посмотрите. Какая красота. Вот так решила я переставить. А вот эти цветы у меня испортились. Эта тля, сволочь такая, вы видите? Белым покрылась. На той стороне я все сняла листья. И здесь надо то же самое сделать. И поставила сюда вот такие вот цветочки. А это все потом почищу. Просто уже не хватает сил на это. Ни за что бы не подумала, что сегодня еще выйду из дома. Но муж позвонил, попросил, чтобы я с ним куда-то пошла. Вот я быстренько накрасилась своими новыми тенями, ресницы, новой тушью, макияж такой легкий, кремом, биби. И иду, короче говоря. Собралась я. Сашка его мог. Он мне попросил, говорит, пойдешь со мной на час? Здесь недалеко. Посмотрим, куда поведет. Друзья мои, ну вот я готова. Так я готова. Так я готова. Столько километров сегодня прошла. Уже, наверное, 15 тысяч. Еще предстоит сколько идти. Все, пошла, а то ждет меня мой муж. Зашли мы в такой магазин с мужем. Показать хочу вам. Такая красота, смотрите. Все в золоте, это в серебре. Цены 600, вот эти лампы. О, такие наборы. Видите? Какую цену? 280, видите? Для мороженого. Так, вот эти вот сахарницы, какие-то вазочки. Цены тоже приличные. Но здесь вот сказали скидка 25%. Какие тарелочки, да? Красота. 25% скидка. Палмия, возле нас магазин. Этот мужчина тоже продается. Шелик. Буламбма? Рамы. Фоторама. Керосиновая лампа 147. А, радио. А это какой красивый. Сколько стоит он? 1250. Я не знаю, просто такие вазочки для украшения или что-то складывать туда, конфетницы. Ну, красиво, да? Все в золоте, блестит так. Видите, какие 500 вазы для фруктов. Не знаю, насколько они качественные, но красиво смотрятся. А, простые такие, легкие. Тысяча
Не. Чай варда. Магазин трехэтажный. Даже лифт есть. Весь переполненный всем, друзья мои. Такой огромный. И такие цены вроде бы нормальные. Посмотрела, тут детские тапочки. 55-60 лир. Резиновые. Мне понравились качества. Это все для ванной. Будем смотреть. Я нашу бабки, я подкарала. О, что это гордым день, он мейданда. В общем, вот такие вот дела. Все не перекажешь, не посмотришь. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.